Запись пошла, тесты шин в Финляндии. Едем на прохождение круга. Называется wet handling. Вождение по мокрому покрытию. Сейчас до этого были Нокиан. По-другому ощущается. Ощущается чуть-чуть мягче резина. Хороший предел по сцеплению. Вниз, там где на Нокиан она этого не делала. То есть мне на коротких промежутках давлю газ. Прям машина говорит: давай, перейду на пониженную, чтобы получить больше драйва. При этом не срабатывает система стабилизации, даже казалось бы. Всегда славились умением делать хорошие шины, которые будут хорошо работать эффективно на скользком покрытии. Чуть-чуть сработала стабилизация, но мы здесь уже сами перебрали. Потому что резина просит перебирать. Мне очень комфортно. Наш Audi Q5 с турбодизелем 2-литровым. Прям очень-очень-очень прогнозируемо себя ведет. На крышках Latitude Michelin. Вот так проходят тесты. Надо стараться работать на грани сцепных свойств. На грани ситуации, когда машина уже начинает скользить. Нам нужно получить стабильное время. Нужно делать 5-6 попыток. Программа потом пересчитает лучшее время. Если где-то конкретно косякнул, то есть на круге потерялось время там 5 секунд, например, вот здесь, то это время просто программа выкинет и самое сближенное нам даст. И это будет говорить о том, что такая-то резина на круге мокром быстрее, такая-то медленнее. Что это дает простым обывателям? Это дает уверенность просто при езде на подождю, допустим, по мокрой трассе. То есть это говорит о том, что машина ваша на каких-то покрышках может раньше уйти в скольжение при экстренной ситуации, а может быть и позже. Очень прогнозируем. Где-то там чуть-чуть она быстрекочет, конечно. Но мы не теряем пока скорость. Этот тест. Полигон в городе Нокиа. Наверняка многим знакомо это финское местечко. Когда-то здесь делали телефоны, когда-то здесь был радиоцентр.
ложбинку такую заехали. При том, что едешь чуть-чуть вниз и в повороте. И я позволяю себе держать хороший темп. Такая комфортная резина. Тебе говорит, что я еще подразогреюсь, и можно будет вообще спортом заниматься. Она ставит 17-й покрышки. По сути, покрышки для SUV, очень популярных нынче автомобилей, сегмент популярного. Да и вообще машина хорошая. Отлично работает дифференциал торса. Давай нам заднеприводная, потому что он настроен 40-60 назад. Порядка 60 заездов их буду проводить я. Для чего это? Почему я? Потому что я к этой трассе уже привык. Получаю стабильное время. Кроме того, это один водитель, одна манера вождения, которую мы соблюдаем для того, чтобы получить те самые близкие результаты, чтобы это была объективная статистика. Именно объективная. Говорит, что что-то там, мнения какие-то журналисты свои высказали. Нет, это аппаратные испытания, которые наш журнал проводит. Казахстанские первые аппаратные тесты шин. Вот так вот проще. Это не единственный Vivbox аппарат, которым мы пользуемся во время тестов. У нас еще куча разной аппаратуры, которая не дает сбоев. Так вот.